вы смотрите сегодня вечером и вчера, 8 февраля, народному артисту России Вячеславу Тихонову исполнилось бы 85 лет. И сейчас я хочу пригласить в студию самых близких людей Вячеслава Тихонова, его дочь Анну, ее супруга Николая и внуков Вячеслава Тихонова, близнецов Георгия и Вячеслава Тихонова. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Молодежь. Здравствуйте. Кто из вас Вячеслав, кто Георгий? Я Вячеслав. Я Георгий. Судя по тому, что Вячеслав поднял первым руку, ты старше. Да. На сколько? На 1 минуту. Понятно. И какие планы на жизнь у вас? Кем хотите стать? Я хочу играть на матче за Спартака. За Спартак? Дедушка болеет. Дедушка же болел у вас за Спартак. Ага. А ты, Вячеслав? Я хочу быть артистом. Так.